сразу перехожу к представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев и коллега Константин Генич работают для вас. Ливерпуль против Борнмута. Классный матч нас сегодня с вами ждет. Болельщики создают невероятную атмосферу на стадионе. Теперь дело за игроками. Вот такой вопрос я тебе задам, пока время есть. Как думаешь, как проявит себя Мохамед Салах сегодня? Однозначно пойдет вперед и будет искать моменты. Он хорош в завершающей стадии, и партнеры это прекрасно знают. Примечательно, что хотя все уже давно привыкли делить город Ливерпуль на красную и сине-белую части, первоначально форма Ливерпуля была практически неотличима от той, в которой до сих пор играет Эвертон. Надолго сине-белая расцветка не прижилась, и ее вскоре сменили на красные и белые цвета. Форма Ливерпуля, какой мы ее знаем сейчас, яркая, алая, с головы до ног, появилась только в 1964 году. Придумал переодеть команду великий тренер красных Билл Шенкли. Он справедливо решил, что обилие красного цвета будет действовать на соперников устрашающе. Команды начинают эту игру. Поехали. Хозяева наверняка постараются с первых же минут игры завладеть мячом и не допустят, чтобы соперник перехватил инициативу. Что и говорить, они настоящие мастера плести паутину из передач. Отобрать у них мяч может быть очень тяжело. Тотальный футбол в чистом виде. Мяч перехвачен Фоксом. Отличный пас он отдает. Классно сыграл защитник. Джефферсон Лерма. И мяч перехвачен. Получилось отдать на ход. Ну, момент! Уже приготовился сказать гол, но рано, рано мяч, хоть и был ворот, пошел мимо. Точно один из самых обидных промахов сегодня. Все было готово для завершения, но не всегда получается сделать то, что нужно.